сейчас в бухте. Когда зайдем в бухту, вы увидите ликийский саркофаг, который стоит прямо в воде, морской саркофаг. Это символ этих мест на всех проспектах, на всех фотографиях, собственно, он. Вот у меня маленькая копия в руках. Оригинал сейчас увидите. Ну вот он. Вот он видел. Саркофаг прямо в воде стоящий. Так хранили. Сравнительно недавно. Самый богатый человек Турции Рахмет Коч провел сюда электричество за свой счет. После этого ему подарили вот тот верхний домик, ему принадлежит, возле Кипарисов. А также вы можете видеть здесь ликийские гробницы. Комнаты сдаются, можно снять комнату. Здесь нет ни одного магазина, ни кожи, ни золота, ничего. Здесь нет папарацци, поэтому это место очень популярно у весьма известных людей, которые приходят сюда время от времени на собственных яхтах. Вот, и могут здесь спокойно отдыхать. То есть здесь только рыбные рестораны и только вот эти отельчики, маленькие пансионы.